английский я очень тяжело, но в принципе я была к этому готова. После двух лет перерыва мне очень сильно тяжело. Готовилась. Что делала? Занималась каждое утро, бегала и понимаю, что не зря, очень сложно. Беларусь, Гомель, привет. Привет, привет. Как тебе первая неделя? Тяжело пока. Вот. Эмоций много, знаний много, времени мало, не успеваю ничего. Первые дни круто, но очень устаешь, потому что много информации пытаешься впитать. С 4 лет занимаюсь танцами, вообще я педагог восточных танцев, пришла сюда, чтобы сюда немножечко поломать. Больше всех поломал Дима и Лиля. Физически, морально, но мне очень нравится. Абсолютно все педагоги очень крутые, мега профи. Я рада, что я здесь. Я не знаю, я думала, что мне будет очень необычно и все такое, но мне очень нравится. Танцую, да, с 4 класса. Здесь очень круто, очень нравится. Все болит, мышцы болят, руки болят. Но это здорово, работает. Ну, так все классно. Танцами я занимаюсь не так давно, я буквально начала с этого года, пробовала себя в джаз-фанке. Так что для меня в академии очень сложно, особенно хип-хоп, эти все степы, это все выучить, это нереально сложно. Крамп очень понравился мне, крамп очень классный стиль, который ты можешь рассказать, если все просто. Артем Кайф крутой, он очень крутой, он такой классный, с ним легко общаться просто и не зажимаешься на него, просто офигенно. И что сказал, когда я делала движение, и у меня автоматически попа назад уходила, я такой, секси, я такой, блин, зачем? Педагог, мне очень нравится назад, который для нас плохо. Правда, еще не было контемпори, у нас была лекция, но он мне уже нравится. Не знаю, крамп, наверное, самый пока такой. Рука помнит его, я просто даже поднимать ее не могу. Нормально. Еще знакомимся с многими хореографами, еще не понимаем, что будет происходить. Еще не понимаем, что нас ждет вообще. Мне нравится, так как Лиля двигается, и вообще все очень четко. Сложно первые дни, особенно считывая то, что я нулячая вообще пришла. То есть, я там не занималась, ничего такого не делала. Поэтому сложно, очень тяжелые тренировки, все болит. Я не знаю, но я уверена, что будет очень много интересных моментов, но уже все очень. Все очень классно, супер. И мне очень нравится.